Уже сегодня вечером в городе Ставрополе станет на 30 красавиц больше. Победительницы региональных этапов конкурса приедут из разных уголков страны для того, чтобы побороться за титул «Мисс студенчества России 2014». Несоответствие в числах. На 30 красавиц в городе станет больше, а всего студенток в финале конкурса красоты и творчества 31. Дело в том, что одна из участниц ставропольчанка и будет представлять наш город на конкурсе. Анастасия Калюжная представляет Аграрный университет. Она победила у нас на региональном этапе, стала мисс студенчества Ставропольского края 2014. Ну, хочу сказать, что мы достойно представляем нашу участницу на всероссийском конкурсе. Финал 8-го всероссийского конкурса красоты и творчества мисс студенчества России 2014 традиционно пройдет в городе Ставрополь с 12 по 15 декабря. Состоит конкурс из двух этапов. 12 декабря студентки продемонстрируют свои видео-визитки и творческие номера, а 15 декабря предстанут в разных исторических образах в дефиле сквозь эпохи. Средневековье с великолепными головными уборами, эпоха Возрождения с громоздкими формами, помпезная барокко и затейливая рококо, костюмы рубежа 18 и 19 веков. Организаторы уверены, яркое красочное костюмированное шоу удивит зрителей и болельщиков. Кроме этих этапов, студентки примут участие в благотворительной акции «Подари радость детям», фотосессии, пресс-конференции с журналистами и съемках в ток-шоу «Моя Россия». «Моя Россия» – это формат ток-шоу, где участницы обсудят массу вопросов социального характера, политического характера, возможно. Акция «Подари радость детям» происходит каждый год. Участницы встречаются с детьми, дарят им подарки, смотрят с ними мультфильм в кинотеатре «Октябрь». Естественно, у них там чаепитие, и это постоянная акция. Мы ее проводим совместно с кинотеатром «Октябрь» ежегодно. Сопровождать и помогать участницам будут инициативные группы из студенческих объединений ставропольских вузов. Кстати, ежегодно финал конкурса «Мисс студенчества России» проводится при поддержке правительства Ставропольского края и администрации города Ставрополя. Такое сотрудничество придает фестивалю особый значимый статус не только в масштабах края, но и всей России. Изначально конкурс «Мисс студенчества России» был поддержан правительством Ставропольского края и администрацией города Ставрополя. Вот без этих двух структур мы бы, естественно, не получилось бы проводить на таком уровне данное мероприятие. И мы, как дирекция, Российский союз молодежи, выражаем благодарность и правительству Ставропольского края, и лично губернатору, и, конечно, администрации города Ставрополя, и лично главе города. В финале корону победительницы по традициям будет передавать финалистка прошлого года Маргарита Паркина из Саратова. Помимо короны, победительнице достанутся ценные подарки. Студентка, завоевавшая титул «Мисс студенчества России 2014», будет представлять Российскую Федерацию на международном конкурсе красоты и творчества «Королева весна 2015», который пройдет в Минске в апреле следующего года. Кристина Сершпинская, Григорий Муратов, Устим Искеров, Ставропольское телевидение.